Всем привет! Сегодня у нас на обзоре одна интересная петля. Чем же она отличается от остального многообразия петель? Давайте разбираться. Представляем вам петлю для откидной крышки туалетного столика. Давайте его соберем, чтобы посмотреть на петлю в действии. Петля оснащена доводчиком, что обеспечивает плавное закрывание. Кстати, скорость срабатывания доводчика можно легко отрегулировать комплектной отверткой и стержнем. Обратите внимание, что обе петли необходимо регулировать одинаково. Один поворот регулировочного стержня – 1 кг. Когда скорость закрывания достигла желаемой, необходимо затянуть фиксирующий винт, после этого надеть заглушку. Петля рассчитана на нагрузку 4-10 кг. Этого хватит с головой, чтобы выдерживать крышку с прикрепленным зеркалом. Угол открывания 105 градусов. Данный механизм позволяет использовать туалетный столик и как обычный стол, ведь крышка с зеркалом в сложенном состоянии выполняет роль столешницы. Петля выполнена из прочного пластика и стали. Пластик устойчив к износу, а сталь добавляет прочности конструкции. Приобрести эту петлю, а также другую нашу продукцию, вы можете на нашем сайте и у наших партнеров. А если у вас остались вопросы, не стесняйтесь, пишите их в комментариях. Удачных покупок!